Всем привет! Сыграем в новую пользовательскую карту «Гонки на острове». Посмотрим, что там есть. Зомби может есть, или на время ехать. А может, выживалка какая-нибудь? Тут вулкан еще какой. Забабахали. Хватаем машину. А нет, сначала надо что-то тут нажать. Нажал. Все, двери открылись, погнали навстречу вулкану. Какие-то тут крутые повороты. О, зомби появились. Тут, наверное, до вулкана надо доехать. Или не знаю, тут, а что тут самолет делает? Да еще с включенными двигателями. Ого, поворот. Резкий поворот. Держитесь крепче. Куда-то тут занесло. Куда ехать? Поедем сюда. Кажется, больше-то и никуда. О, пляж. А где загорающие? Надо было тут зомби какого-нибудь положить, чтобы он загорал. Поедем по бережку. Тут непонятно, то ли асфальт, то ли это что, песок. Что тут такое было? Деревья засосали. Это что такое? Tomb Raider. Поворот. Вижу. Препятствие водное. Что такое? Куда-то я не туда, наверное, выехал. Куда? Может, наверх надо карабкаться? Зомби, вы где? Полезли тогда наверх. Опа! Эй! А вниз стоять не надо было. А как мне машину вытащить? Может, возвратиться? Я попробую нажать. На дорогу, может, вытащу. Ну-ка. Все отлично. Надо было сразу так и сделать. А то улетел там. Нечаянно.
Странные тут туннели. Главное не свалиться. Вулкан уже близко. Наверное, точно надо до вулкана ехать. Ну все так однотипно выглядит. Лес, лес. А вот опять этот самолет. Кажется, самолет этот и был, который я вначале проехал. Лес вообще выглядит однотипно. Где-то тут, наверное, финиш уже недалеко. Маяк. Может, до маяка надо добраться. Куда ехать? Цель-то как есть на маяк. Чё-то я не понял. Тут вообще забраться можно? Там домик. А может там вокруг? Доехать дальше, посмотреть. Там, наверное, въезд есть. Да, точно. О, какой бронебойный заборищка. Аж не сносится. Вот он, маяк. Прям вовнутрь заехал. Оу. Дым прикольный такой, плоский. Даже не трехмерный. Все. Финиш. В принципе, неплохо, но можно было бы и тут побольше зомби наставить. Ну и еще плюс каких-нибудь прыгающих. Мало препятствий. Оврагов еще добавить. И было бы клево совсем. Ну что, а у меня на этом все. Оставляйте свои комментарии. Всем пока. И до новых видео.